Для того, чтобы все жили хорошо, счастливо и не мешали друг другу, изобретены правила дорожного движения. Вот точно такие же правила человеческих коммуникаций изобрели еще с начала Ветхого Завета. Быть честными, для меня это на первом месте. Быть искренними, для меня это на втором месте. Любить максимум еще чуть-чуть. Относиться к старикам, как будто все они твои матери и отцы. Дети до 10 лет – все мои дети. Так, по крайней мере, учили в казачестве. Уметь вкусно готовить и всегда петь песни в радости и в горе. И все у нас будет хорошо. И сажать, непременно созидать. Красить, белить, мыть, очищать, сажать, что просло. И радоваться всему, что заколосилось.